Слушатели епархиальной школы тележурналистики «Мост», организованной Симбирской митрополией, в настоящее время находятся на этапе полевых съемок. Они проходят практику, которая заключается в создании авторских фильмов, сюжетов и телепередач. Каждый из них сдавал свои сценарии, свои сюжеты, и сейчас они объединились в малые группы и работают над воплощением своих проектов. При этом каждая группа находится в постоянном взаимодействии с педагогами по монтажу, по звукорежиссуре, и регулярно они встречаются с творческими коллективами, с режиссерами, со специалистами BBC для того, чтобы подпитываться новыми идеями, новыми эмоциями и корректировать и исправлять свои действующие проекты. Пожалуй, наиболее ярким проектом является короткометражный фильм про Андрея Блаженного, небесного покровителя Симбирска-Ульяновска. Его съемки завершились 2 сентября. Фильм создан по сценарию Анастасии Лакаевой, студентки школы тележурналистики, участницы епархиального молодежного движения «Начни с себя». За основу сценария была взята сцена из «Жития святого», где муж хотел убить свою жену, подозревая ее в неверности. Но Андрей Блаженный своим присутствием помешал свершиться этому страшному греху. Андрей Блаженный – это же прозорливец, да? Он видел наперед, что будет, и он очень любил всех горожан, всех симбирян, и хотел уберечь их от греха, причем от греха страшного, тяжкого, такого как убийство. И поэтому он всегда был там, где нужно, в нужное время, в нужном месте. Именно это мы хотим передать в этой сцене. В фильме задействованы не только студенты школы, но и актеры молодежного театра города Ульяновска. Он ориентирован на детей с 1 по 7 класс. Фильм планируется показать уже в начале декабря, когда будет отмечаться День памяти святого. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.